да? Значит, нужно будет согласиться с тем, что эта территория будет разделена на несколько самостоятельных государств. Вот кто-нибудь подумал о политических и геополитических последствиях такого рода развития событий в мире? И когда разговаривал со своими партнерами, да, я многим из них прямо сказал, мы не только разочарованы позицией Запада, мы считаем, что в национальных интересах подавляющего большинства стран Запада является прямая политическая и экономическая поддержка России в ее борьбе с этими экстремистами. Прямая. Лукашенко, президент Беларуси, сказал, что он договорился, что Россия будет защищать Беларусь в случае нападения на Беларусь. Беларусь наш союзник, и ночью в церкви не души. Забота о союзниках — это не просто забота там, знаете, в интересах каких-то третьих государств. Это забота о нашей собственной национальной безопасности. Имею в виду, эти задачи в области безопасности являются совместными с нашими союзниками. И чтобы эти государства и наши союзники остал в ногах. Во-первых, все страны подружатся на тайзму государства. Для начала. У нас есть союзники в Европе, и их достаточно. Нашими союзниками могут являться все, кто разделяет наше представление о многополярном мире. Есть ли какие-нибудь страны, которые об этом думают? Слезы с неба капают. Золотые купола. После последних событий лета прошлого года об этом Азиатские республики Бывшего Советского Союза и Закавказские республики. Ну почему мы никогда не говорим? То есть сказали это, промелькнулось в прессе, и все, об этом забыли. А ведь, допустим, западные страны сейчас активно поддерживают. И хорошо, слава Богу, дружно. Но не те перечисли, были подготовлены террористы, которые совершили покушение. Грузинские страны знают об этом. ФСБ поймала этих людей, и некоторых выдала уже службу безопасности Грузии. Это доказанный факт. На территории Грузии, на территории Чечни готовились эти террористы. Так же, как готовились на территории Чечни террористы, которые пытались или покушались на президента Узбекистана Каримова. На территории Чечни был создан анклав Банги, на котором готовились террористы для покушения на жизнь руководителей других государств. Это явно вышло уже за территорию. Но об этом старается никто не вспоминать. И кто по мне заплачет? Создается впечатление, что Россия. Золотые купола душу мою радуют. И документы, отчеты, говорит о том, чтобы выполнили перевозки программы, а то не дождь. Кто нас обидит, тот трех дней. Слезы с неба капают. Может быть, внешне выглядит так, что продолжается какой-то торг. Только синие они. На самом деле, я полагаю, что это далеко не самое главное. И не крапа золота, и упала душу мою радую. Но и неправильно было бы что-то делать. А то не дождь. Слезы с неба капают, золотые купола. Примитивно, ну правильно. Если кредиты дают, то на хороших условиях. Просто глупо от них отказываться. Только синие они. Международные кредиты. Финансовые международные кредиты представляют нехорошие. И не крапа золота. Вот, но это не самоцель, получение кредита. Поддержание хороших рабочих отношений с международными организациями, целью которой является размонтирование стран с развивающимся рынком. И в этом смысле я лично полагаю, но это не значит, что мы должны что-то принять. Если мы вам банком допустим, очень позитивно.
конструктивно развивать отношения.